Привет! С вами Ксюша, и сегодня хочу вам показать, как сделать раскладной блок для заметок с фотографией. Для начала из картона вырезаем квадрат 15 на 15 сантиметров, внутри которого чертим квадрат 10 на 10 сантиметров, то есть с каждой стороны внутрь откладываем 2,5 сантиметра. Обрезаем уголки на задней стенке и половину боковых стенок обрезаем по 5 миллиметров. Приклеиваем заготовку на однотонную бумагу и сворачиваем по сгибам цветной стороной внутрь. Обводим и вырезаем нашу заготовку на цветной бумаге с припуском 1 сантиметр. Склеиваем уголки и получаем коробочку. Теперь обклеиваем коробочку с внешней стороны. Обводим получившуюся коробочку с припуском в 0,5 сантиметра и вырезаем 3 квадрата и одну полосу шириной 2 сантиметра. Один из квадратов разрезаем напополам, приклеиваем на цветную бумагу через 5 миллиметров в следующем порядке. Квадрат, полоса и 2,5 квадрата. Приклеиваем однотонную бумагу. В листах, где были промежутки, сгибаем и приклеиваем к ранее заготовленной коробочке. Аналогично обклеиваем третий квадрат и приклеиваем на верхнюю половинку. Из декоративной пенки вырезаем рамочку и приклеиваем за края трех сторон. Осталось вставить фотографию и положить листочки, и наш блок для заметок готов. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Также делитесь моими видео в соцсетях. А с вами была Ксюша. Всем пока-пока!